Микрофон от компа подальше стоит вот как раз. Надеюсь, не будет шума. Ой, лучшая катка в моей жизни. Это даже лучше, чем... Да я вижу. Это даже лучше, чем когда Тимур на лодке был. Всю катку. И не дох. Тимур, мы точно в круге. И просто смотрел видосики. Вот я сейчас пойду видосики смотреть. Маленького круга. Люблю играть с квадами в два. Не сомневаюсь. Точно запись. А, все равно будет слышно одно шипение. Да я же говорю, я микрофон поставил дальше. Вот. От компа. Так, я могу его еще, наверное, дальше поставить. Надеюсь, это не будет слишком шумно. Да. Игорь, мне не видно окружающую среду. Тебе не нужна эта окружающая среда. Дочь, с геймпад подрублю, буду с геймпада панорамные виды делать. Игорь, они где-то справа, там где-то гордость. Да я знаю где. Просто сиди. Но они меня как раз могут спалить. Сейчас круг будет сужаться. Смотри. Если кто заметит. Завораживающе, я все-таки думаю, что тебя видно будет. Я думаю, что мне видно будет. А если на первое сиденье сядет, Игорь? Сейчас посмотрим. Их, по идее, им будет, по идее, хуже с ангара видно. Ты уверен, что они на ангаре? Ну, двое просто. Он дал один. Да нормально. Я могу пересаживаться, могу выпрыгнуть в любой момент. Это охуенно. А я еще в круге! Офигеть, сейчас с ангара будет бежать. Накинись за машину, справишься. Да не увидит Игорь полюбас. Он опять увидит его. Может быть кончен головом, что Игорь не увидит там. Игорь бегут где-то. Смотри. Да. Чувак, ты челик бегает прямо возле машины моей. Меня ищет. Можно я его ёбну, Дима? Нет. Пожалуйста. Сиди. Да блин. Ну пиздец, посмотри на это долбоёба, как же его ёбнуть хочется. Он прямо спиной ходит ко мне, жопу показывает, макака тупая. Ещё, да! О, блядь, что за пиздец? Что я наделал? Ты снимаешь? Да! Боже, какой ты у них. Подожди, где нам стрелят? Ага, перестреляли. А, их двое, это два этих вот. Два в тиме. Да. Они сейчас мою машину как укрытие будут использовать. Видишь? А, вон челик, может меня заметил. Не, не заметили. Видишь, их двое? Да, да. Я сижу до последнего, даже с ними ёбнут в машине. Давай, давай. Вот там двое, вот там двое. Можно я всех ёбну? Нет. Я вылезу. Я имею в виду про Диму и... Дима сдох. Только Дима сдох. Но Дима сдох нормально, то есть ничего страшного. Там он не сдох от хаешки, собственно. Я хуеваю от этого говна. Смотри, это как в Fallout, знаешь, перестрелки можно наблюдать. Yes. Просто одна перестрелка на другую, я скриншот сделаю. Вот он мне обсирает то, что как играет папич. Прячусь где-то, блядь. Так я для рофла прячусь, я бы уже кого-то ёбнул, меня бы ёбнули, но... Это смешно, потому что они до сих пор не понимают, что я тут. А, челик думает, что кто-то за машиной. Какой счет сейчас? А, не-не-не, он убежал. Сколько осталось живых? 6, 4, 4 осталось. 3, Игорь, 3 осталось. Игорь, ты один против двоих. Да, я понял уже. Либо точно один. Что брать, что брать, что брать? Он один против этих двоих, которые вот тут него когда он бегает. Типа, пусть мы тут бегут. Игорь, когда он? Это топ. Я слился как аутист, да, 4 хила все равно. Ну это топ. А, блин, умер, сучка. Ну ладно, ничего. Это было офигенно. Да, мне понравилось. Так похер. Дай пока не забуду, что ты со спины побыл. Похер.